Добрый день. Хотел рассказать отличие между яблоней Низвецкой и яблоней Кармен. Вот это яблони Кармен. Видите, какие красивые цветки, соцветия. Очень красивые. Это как бы дичка. Дичка, но очень красиво цветет. Я вон не изведка, у него как бы соцветия, цветки как бы бледные. Вот такие, наподобие такого цвета. Кармен более темные такие. Такие более цвет. Красный. Все, видите. Вот это вот начинает такой бутон еще заваливаться. Хорошо будет смотреться композиция или качество солитера, то есть с крупами. Нижний ярус как бы кустарников, туи, нижний и спирей. Давайте посмотрим яблони Низвецкого. Немножко видно, очень красиво. Сейчас вам покажу отличие. Чтобы не путали. Это яблоня Низвецкая. Как бы потемнее у него лепестки. Вот видите, цветать начал. Яблоня Низвецкая. Листья вот. Немножко такого красного. Вот это там зеленого становится. Видите, как бы кремового такого цвета. Тоже дичка. Вот как обычная дичка лесная. Ну как бы белые, яркие. Видите, цвети яркие, белые. Это обычная лесная. У нее нет такого побурения, как у яблони Низвецкого. Как бы темнее, так у нее листья черноватые. Соцветия кремовые такие. Подписывайтесь.